Здравствуйте, капитан команды Ростов, Павойко Алексей. Как вам сегодняшняя игра? Да, игра, в принципе, хорошая. Погода соответствует футболу. Обыграли Локомотив с крупным счетом. Могли больше забить, но который момент реализовали, тот и счет на табло высветился. Ну, команде готовились, как и ко всем командам, в принципе, готовимся. Боевой настрой со всеми. Ну, команда на последнем месте идет. Сказывается явно опыт. Может, где-то тренировки. Ну, счет, мне кажется, по игре. Сопернику спасибо, они опустили руки и играли до конца. Спасибо за ответ. С победой вас. До свидания.